сложнее всего научить самых первых двух, а всех остальных уже работает подражательный метод, и собаки учатся друг у друга. У нас есть присказка: «Жене шубу, себе собаку». Я супругу свою обманул, ей купил шубу, и в этот момент ехала уже Буся к нам. Ну, я так что-то прикинул, думаю, ну, 4 самоеда мало, надо 6. Когда живешь в городе, имеешь свой собственный какой-то бизнес, общаешься с многими людьми, которые тебя пытаются всегда обмануть. А опять же, мир вокруг нас тоже обманчив очень сильно, да, и неохота уже с людьми общаться. Вот собаки, они отдушины. Ты к ним прижимаешься, пообщался 15-20 минут, и все, и тебе хорошо. Здесь все очень просто. Не хочешь работать – посиди дома. Но у всех собак, как и у Дуная в том числе, у всех собак в мозгу заложено бежать, хватать, рвать, охотиться, нюхать, находить. Вот, поэтому для них бег – это святое.